Среди вас есть заблудшие, не так ли? В ад попадут все, кто этого заслужил. Я могу рассказать вам про ад. Про его пламя. И про боль. Вы же наверняка пытались представить себе ад. А он куда хуже. Возмездие грядет. Каково знать, что ты убийца? Ее надо наказать за ее грехи. Сжечь ее на костре, Элай. Я видел твою дочь. Она уже почти женщина. Ты знаешь, зачем я пришел? Я пришел покарать тебя. Когда немая ведьма сгорит на костре, я требую расплаты! Я выпил из тебя всю жизнь. Если я тебя оставлю, ты умрешь. Или пойдешь ты со мной, или нет? Да. Тело умирает. Не бойся. Это бывает со всеми. Взгляни на мир глазами вампира. Убивать легко, только забыть о земных чувствах. И ты быстро ко всему привыкнешь. Это так просто, что их даже становится жалко. Я отомстила всем. По одному. Боль пугает тебя. Ты чувствуешь ее как никто. Боль. Сначала ее жертвы умирали быстро, пока она не научилась играть с ними, оттягивая момент наслаждения. Либо мы позволим им делать то, для чего они были созданы, либо уничтожим. Маленьким вундеркиндом с такой же страстью убивать, как и у него. Вдвоем они разделывались с целыми семьями. Они слишком сильны, слишком. Никто не может выстоять против Джейн. В Альтуре не дают второго шанса. Не забывайте об этом. Боль. Запрещено делать вампирами таких юных, беззащитных. Они не смогут сами выжить. Я хорошо ее помню. По крайней мере, мне так кажется. Я чувствую, что она навсегда со мной. Присматривает за мной. Защищает меня.